Порядок в Лего – это залог эффективной и быстрой сборки ваших моделей. В данном видео я покажу, как я храню свое Лего, а также мы посмотрим, как хранят Лего зарубежные Лего-строители, и не только зарубежные. Привет всем, ребята! Сегодня я расскажу вам то, о чем вы меня много раз уже просили – это системы хранения. Кроме своего опыта детского, когда я начинал собирать Лего, у меня за спиной еще опыт сборки Лего во взрослом возрасте, когда я мог покупать себе какие-то коробки, чемоданы, системы хранения уже исходя из удобства, а не исходя из бюджета. Это 10 лет как-никак. Поэтому давайте с вами поделюсь, начнем мы с вами по восходящей. Ну, наверное, это больше касается детства. Вот ничего не поменялось, это обычные картонные коробки. Вот пример коробки из-под обуви. Главное ее преимущество в том, что она должна быть максимально низкой и максимально большой по площади, для того, чтобы, открыв коробку, перед вами была максимально большая ванна с деталями. И вот в этой ванне вы сможете уже искать детали, как правило, они там не отсортированы, а просто большой кучей. Чем она глубже, тем сложнее искать. Это было самое первое. В 2011 году, когда я вернулся к Лего, я начал, с подобных коробок, и я купил первые свои вот такие вот чемоданчики. Я брал несколько разных видов чемоданов, и вот эти чемоданы, органайзеры, показались мне наиболее удобными и оптимальными. Во-первых, они оптимальны были по цене, по размеру, а также потому, что их можно было вот так вот друг на друга ставить, и они штабилируются. Правильно. Стабилизируются. Вот эти чемоданчики, они в принципе и сейчас актуальны для тех, кто будет покупать. Плюс в том, что здесь много отсеков, и вот эти вот делители, они в комплекте идут, их можно переставлять. Важное замечание по этим чемоданчикам в том, что желательно брать, чтобы корпус чемодана был светлый. Вот с черной подложкой, с черным корпусом. И когда у нас черное дно, искать детали сложнее на самом деле. В идеале он должен быть вообще светлым, да? Чем светлее, тем лучше. И плюс в том, что здесь есть замки. На шарнирах все не гнущийся пластик, который со временем ломается. Вот таких чемоданов накопилось, наверное, штук, 10-15. В какой-то момент стало с ними неудобно, потому что когда у вас уже много деталей, несколько наборов, чтобы собирать, вам нужно вокруг себя раскладывать все эти чемоданы. Естественно, на столе это нереально сделать, потому что таких больших столов нету. Сядете вы где-то на кухне там, или на столе рядом с компьютером, у вас столько места нету. Поэтому с такими чемоданами чаще всего я собирал просто на полу, на ковре, расстилал вокруг себя. Но, к сожалению, в моем возрасте уже ползать на коленках по полу не очень удобно. Поэтому я дальше стал искать, как мне оптимизировать систему хранения и сборки. В этих органайзерах хранить, конечно, удобно мелочь, которую часто используешь. В частности, если речь идет о технике, то это различные коннекторы. Мы их складываем здесь либо по типу, либо по цвету. Я всегда делал по типу. Основные же детали типа балок я все равно держал в какой-то большой коробке без отсеков. Балки, пины. Пины вообще с осями можно поначалу смешивать в одну кучу и находить их там. Так вот, смотрите, первое, что я для себя сделал в дополнение к этим органайзерам, это вот коробка от Лего, но она непростая. Подойди поближе, пожалуйста. Это было то время, когда коробки были с открывающимися верхними клапанами. И здесь внутри я просто сделал вот такие вот перегородки из разных картонок с помощью скотча. То есть их даже крест-накрест можно крепить, предварительно там немножко подрезав. И получаются такие соты. Достаточно прочная конструкция, практичная. Конечно, изнашивается, но если вы ее скотчем по максимуму защитите, то это будет служить вам долго. Да, сейчас коробки пошли другие, но их тоже можно расклеивать и делать из них вот такие вот коробки с крышками. Есть, например, коробки от каких-то конфет. Вот тоже тут есть сразу же соты уже, отсеки, сюда можно тоже что-нибудь положить. Кстати, эта коробка, здесь были угощения от Мадоки. Это был какой-то японский вкусный сувенир. Здесь я держал балки всех размеров по размеру. В каждой ячейке был определенный размер. То есть у меня получилось, что было несколько таких коробок, в которые я лазил редко. Я брал нужное количество балок сразу на стол себе нужного размера и собирал. И, конечно же, рядом вокруг у меня всегда лежало несколько чемоданов. Оптимально, чтобы их было штук 5, наверное, потому что больше вы вряд ли сможете вокруг себя держать в зоне доступности. Далее, когда деталей становится больше и становится неудобно уже обкладывать себя этими чемоданами, я перешел к кассетницам, вертикальным кассетницам вот такого типа, с выдвижными ящичками разных размеров.
Плюс этой системы в том, что она может выстраиваться вертикально вверх. То есть вы сидите за столом, и эти кассетницы, они стоят перед вами. Их можно 2-3 штуки друг на друга поставить. В любом случае, даже если вы дотянетесь до них рукой сидя, вы можете встать, достать нужный ящичек, взять деталь. Вот. Также их можно поставить по бокам от себя. В общем, для непромышленных масштабов Лего этого вполне достаточно. 10 лет назад, когда я их впервые решил купить, их было еще трудно найти, но, по крайней мере, в маленьких городах, поэтому я покупал их в Москве, а также заказывал ребятам, которые ездили в соседние большие города, например, в Казань. Напоминаю, я живу в Ижевске, поэтому у нас тогда еще больших магазинов типа Leroy Merlin не было. И первые мои кассетницы я покупал в Москве, пойдемте, сейчас вам покажу их. Первые мои кассетницы это были, ну это было до 2014 года, до повышения курса валюты, поэтому были тогда еще доступны, по крайней мере для меня, вот такие вот кассетницы. Это, по-моему, финская фирма Treston, и эти кассетницы, они предназначены для промышленных целей. То есть это не бытовые кассетницы, а это кассетницы именно для снабжения каких-то рабочих мест на производство. В общем, качественный товар, и что его отличает? Во-первых, кассетница сама на вид пластиковая, но внутри здесь стальной каркас. Стальной каркас, и мы вот можем даже посмотреть, смотрите с вами. Если вы видите дешевые кассетницы, а потом я вам покажу, там вот таких вот сплошных стальных полок нет. Здесь же стальная полка, вот такая вот стальная сплошная, и коробочки хорошо скользят на них, без скрипа, без каких-то затруднений. Вот, сами коробочки достаточно качественный пластик, хороший, прозрачный. Они не очень такие мягкие, но при этом ни одна такая коробка у меня еще не сломалась. Вот. Сейчас такая кассетница стоит порядка 5000, по-моему, 5,5, что уже, в принципе, для меня не бюджет, и для многих из вас тоже. Но, напомню, это речь идет о промышленных, профессиональных кассетницах. Как раз вот эти кассетницы мне привез товарищ из Казани. Они были когда в Leroy Merlin, не такие кассетницы, а вот такие туда продавали там. И что их отличает? Они какие-то стальные, из какой-то стали сделаны. Они, наверное, самые худшие из тех, что у меня есть. Во-первых, здесь жесткие и хрупкие контейнеры. Они, когда скользят, они скрипят. Что-то не скрипят. Поверьте мне, скрипят. Возможно, это зависит от влажности воздуха в помещении и многих других факторов, но они скрипят. О! И мы можем видеть, что они затирают сталь, и остается там такая вот пластиковая стружка. Это, видимо, когда они об верхнюю кромку трутся. В общем, эти кассетницы самые некачественные из тех, что у меня есть. Я их купил вот всего 4 штуки и больше не хочу. Единственный плюс для меня в них в том, что они хуже всех остальных. И там, где места мало, они у меня входят. А вот это самые современные кассетницы, которые у меня есть, текущие, и мое предпочтение сейчас больше отдается им. Их сейчас продают, например, в сети магазинов Leroy Merlin. Я не сомневаюсь, что они есть и в других магазинах, и цена у них довольно демократична. То есть одна такая стойка стоит сейчас, наверное, ну, 1500. Может быть, что-то поменялось за последнее время, но эта цена меня, в принципе, устраивает, и я их беру. Плюс в том, что здесь ящички очень из мягкого пластика сделаны, что если вы их уроните, что не придет к их поломке или трещинам. Вот. Скользят они тоже вполне сносно. Я бы сказал, даже вообще никак не скрипят. И вот смотрите, как раз я говорил вам, помните, да, что в тех кассетницах Treston там были сплошные стальные полки, по которым скользили ящички. Здесь, как видите, в дешевых бюджетных кассетницах такого нет. Вообще во всех кассетницах бытового уровня для домашнего применения таких нету полок, здесь вот такие вот просто стойки, в которых есть вот такие вот небольшие направляющие, куда мы вставляем контейнер. Вот. В моем случае я сделал небольшой вывод, используя эти кассетницы. Дело в том, что эти кассетницы были в двух вариантах. Вот первый вариант, у него сплошная верхняя поверхность без каких-либо там выступов и пазов. И при этом, если мы ставим их друг на друга, тут получается такой наклон небольшой. Если мы ставим две такие кассетницы друг на друга, то верхняя она немножко наклоняется вперед.
для штабилирования эти кассетницы не подходят. Это кассетница второй версии. И здесь уже сверху есть небольшие пазы, ножки и соответствующие им углубления. То есть мы можем их ставить друг на друга, они стоят ровно вертикально, не наклоняются, и можно поставить таких, ну, как минимум 3, может быть, даже больше, если нужно. Это вот их большой плюс, и вообще, когда покупаете кассетницы каких-то других фирм, обращайте внимание, чтобы сверху была возможность установки второй конструкции, чтобы именно были какие-то пазы. Подожди. Раз-раз, готово. Сейчас появляются различные кассетницы-органайзеры вот такого дизайна. Их отличает, как правило, яркие цвета фасада и вот такая вот необычная форма. Если кто-то ими пользуется, пожалуйста, оставьте свой комментарий снизу. Я думаю, что это будет полезно тем, кто купит их, посмотрев данное видео. Еще я видел, что, например, Костя Губерей вот использует вот такие вот коробочки для метизов. Я тоже такие коробочки видел. Плюс их в том, что они ставятся друг на друга, фиксируются. Продаются они поштучно, вы можете взять столько, сколько вам нужно, но, как правило, для их установки нужна какая-то поверхность, либо стеллаж, либо на столе прямо ставите. И, как видите, у них есть такое окошко, куда легко помещается рука, и вы можете взять там нужную вам деталь. Мне кажется, эти ящики удобны для хранения каких-то балок, лифтармов, может быть, даже пинов, осей. То есть того, чего у вас много, и вы можете просто доставать их не глядя. И еще один минус, на мой взгляд, то, что их нельзя закрыть. То есть у них нету крышек, и, наверное, будет оптимальное использование, если вы поставите их на стеллаж, а сверху будете закрывать такой шторкой какой-нибудь, типа рулонная штора. Для тех, кто может собирать руками не только лего, есть соответствующий инструмент и скилл, можно собрать от подобия вот таких вот ящиков. Это ящики, сделанные из фанеры. Если бы делал сегодня, я бы, может быть, сделал из другого материала, потому что фанера получилась достаточно тяжелая, и эти ящики сложно двигать. Но вот я их использовал вот с такими вот направляющими, в которые вставляются вот такие вот лотки, которые я покупал в IKEA. По-моему, они тогда стоили еще то ли 99, то ли 129 рублей. Достаешь, она прозрачная, видишь все там, что находится внутри. Вообще в IKEA очень много полезных штук, которые можно использовать для хранения, для сортировки, даже для сборки лего. Смотрите, помимо указанных вставок Antonius, еще можно приобретать вот такие вот лотки. Это лотки для хранения столовых инструментов, посуды. Они есть разных конфигураций, вот такие, такие, а также есть вот такие вот большие. Очень удобно их использовать именно при сборке наборов лего, когда вы можете содержимое большого пакета высыпать сюда, содержимое маленьких пакетиков рассыпать уже по отсекам и собирать. Плюс в том, что они белые и относительно недорогие, но минус в том, что их можно купить только в IKEA. Там же в IKEA есть вот такой вот лоток для обуви, для грязной обуви, он темный, но на нем тоже удобно рассыпать большое количество деталей. Более того, вы можете даже собирать в этом лотке свои модели. Плюс в том, что здесь есть борта, и он большой. То есть вы можете здесь собирать, у вас ничего не будет падать со стола. Отдельно хочу затронуть бытовые органайзеры подобного типа, которые продаются для игрушек, для хранения каких-то там, не знаю, медицинских, аптечных дел и так далее. То есть такие обычно продают в магазинах для хобби, для дома, в фикс-прайсах всяких. Вот. Ну, во-первых, пластик здесь, как правило, такой вот мутный. С другой стороны, это плюс, потому что этот мутный пластик, он, как правило, такой очень мягкий, не ломучий. Такие, например, удобно использовать для хранения каких-то больших количеств деталей. А также я, например, храню здесь свои недостроенные модели, которые пылятся годами, но их можно спрятать, чтобы они меньше пылились. Но они все равно пылятся, потому что годы проходят. Вот такие вы могли увидеть у Кирилла. У него таких много, я такие тоже много купил. И у меня такие тоже есть дома. Я использую их для хранения как раз балок по типам. То есть балки одного типа, разных цветов, я складываю сюда. И, соответственно, пару таких стоек, и там все размеры балок у меня хранятся, ну, больших, толстых. Естественно, можно не только балки хранить, что-нибудь другое, что-то такое тоже крупное, что сюда хорошо поместится. Далее, продолжая тему бытовых органайзеров, вот могу показать вам пример не очень удачного органайзера. В чем его минус? Вроде бы такая симпатичная стойка, занимает на полке мало места, но смотрите, здесь каждый отсек, чтобы к нему подлезть, нужно открыть два ушка. Сами ушки эти
просто гнущийся пластик, который со временем, если вы будете часто их открывать, он просто отломится. И вот здесь 6 отсеков, если здесь не нашли, приходится открывать следующий отсек, ну либо вот так вот всматриваться. Но если вы ищете что-то конкретное, очень мелкое, то, скорее всего, вам придется все открывать. Еще один минус, который связан с этими ушками, в том, что если вы какое-то ушко не до конца не закрыли, а потом решили поставить ее на место, так взяли, у вас, опс, так отвалилась нижняя часть и все рассыпалось. То есть для меня вот эта штука показалась неудобной. Хотя цена на нее, по-моему, тоже такая не очень высокая. Советую из таких прозрачных лучше обратить свое внимание вот на такие органайзеры. Они тоже разных конструкций, но главное, что когда вы их берете, во-первых, чтобы они были плоские, невысокие, то есть толщина небольшая, чтобы вы могли ставить их много, и они не занимали много места. Ну и вообще глубокие ящики, они неудобны, потому что столько много деталей, как правило, не бывает, чтобы нужно было вот глубоко руку запускать. Поэтому главное, чтобы они, как и в случае с чемоданчиками, были тонкими и максимально большие по площади, чтобы, открыв крышку, вы могли лицезреть сразу максимально большое количество отсеков, как здесь. Вот здесь тоже есть делители. Плюс еще прозрачных в том, что в них легко искать. Здесь дно прозрачное, свет попадает со всех сторон, и вы видите там любую деталь, в отличие от тех же чемоданов, которые были в начале. Наверное, если бы я сейчас покупал, я бы покупал только такие, потому что... Вот, кстати, сломалось, отломилось. Вот тут, кстати, как раз замочки отгибающиеся, которые ломаются. А вот в противовес им есть вот такой вот для частого открывания, но тут уже три замка, и они на шарнирах, то есть они не отломятся. И здесь тоже шарниры, то есть сама крышка, она тоже не отломится. Но закрывать нужно, видите, три замка. Вот зубр. Зубр. Название прямо как даже говорит само за себя. Следующий вариант хранения, который я рассматривал в самом начале, прямо мечтал, грезил о нем, это вот такие вот вставки от образовательных наборов Лего. Я даже хотел их в это время купить. Притом в магазинах, которые продают образовательные наборы Лего, эти вставки продаются, по-моему, отдельно, но там какая-то довольно высокая цена, как и на все образовательные продукты от Лего. Вот. Но потом как бы у меня они появились, и вы знаете, я как-то охладел к ним, потому что они реально не очень удобны. Они вставляются только в коробку образовательную, такую большую, ну типа как коробка от Mindstorm. И отсеки здесь фиксированные. Да, их можно использовать при сортировке, при сборке наборов, может быть, но как бы не сказать, что прямо это супер удобно. Поэтому они лежат, кроме того, они, смотрите, от солнца у меня многие пожелтели. Итак, давайте с вами подытожим. Для меня сейчас наиболее оптимальное хранение, неважно в студии или дома, это вот органайзер таких бюджетных фирм. При их покупке стоит обращать внимание на следующие пункты. Во-первых, пластик должен быть не хрупкий и не скрипящий, когда вы катаете их по направляющим. И, конечно, хорошо, если он будет прозрачный. Далее, важно, чтобы были пазы, как здесь вот, да, чтобы вы могли ставить друг на друга несколько таких кассетниц. Вот эти конкретно, они не штабилируются, я их поставил на свой страх и риск. Вот эти сбоку, они уже с пазами. По размеру отсеков это на ваш вкус и цвет, но из практики нужны и маленькие, и большие отсеки. Эти кассетницы обычно используются для мелочи, которые нужно часто брать, доставать. Для больших деталей, таких как балки, которых много, пины, оси, лучше брать какие-то коробочки, я не знаю, начиная от бытовых, там типа какие-то картонные коробочки от предметов. Ну и вот можно смастерить что-то вот такое вот из обычной картонной коробки, сделать внутри сетку-решетку, куда будет по типам также укладываться детали. Можно использовать какие-то, я не знаю, от продуктов пластиковые контейнеры. Например, как Кирилл использует очень много коробочек от сыра Виола. Это его находка, ему удобно. Главное, чтобы это было удобно хранить пачками, чтобы они друг на друге стояли. И все, пожалуйста. Чемоданчики. Удобны они только, если у вас их немного. Если у вас их много, вам они уже становятся неудобными. Ну и если брать какие-то маленькие бытовые контейнеры, которые я показывал. Кстати, вот еще Lego Dot, сейчас такие вот контейнеры у них есть. Но они, опять же, не очень удобные, потому что отсеков мало. Если берете бытовые какие-то бытовые контейнеры, то берите, как я вам показывал, максимально такие большие по площади и тонкие пластиковые органайзеры на таких прочных шарнирах, которые не сломаются через несколько загибаний. Вот. Еще хочу показать вам пример неудобного контейнера на прощание. Это тоже IKEA, который я уже обозначил здесь как источник многих удобных вещей. Вот такой контейнер, он неудобен тем, что, ну, во-первых, он дорогой, сколько я помню, во-вторых, у него крышка это очень легко снимается. Здесь шарнир не ломается, но выскакивает довольно легко крышка.
И, кстати, эта версия еще, где отсеки делителей не переставляются. Есть там старая версия, где эти делители постоянно выпадают. Я здесь храню детали одних цветов, которые используются редко. Так скажем, у меня это копилка коричневых деталей. Есть такая же копилка бежевая. Вот, на этом все. Если какую-то тему хранения не охватил, то пишите ваши вопросы снизу, обязательно поделимся, ответим на ваши вопросы. Ну и успехов! Содержите свое лего в порядке и не покупайте слишком много лего, потому что его хранить неудобно. Пока! Или ты продолжаешь снимать еще? Ждешь, когда я выйду обратно? Да, я продолжаю снимать. Я уже все.